Традиционные республиканские соревнования по комнатным авто и авиамоделям на этот раз посвящены 80-летию первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. На турнир прибыли 140 детей из Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Намского, Вилюйского улусов, города Якутска и села Хатасы. Несмотря на то, что соревнования проводятся для школьников среднего звена, учащиеся начальных классов также с большим удовольствием принимают в них участие. Турнир проходит среди легковых и грузовых автомобилей с мощностью аккумулятора до 12 вольт и выше. Авиамодели также различаются на планеры, резиномоторные самолеты и вертолеты и авиасимуляторы. Все авиамодели выполнены самими участниками. Ну, ребята вот занимаются в улусных и городских центрах детского технического творчества, центрах дополнительного образования, в кружках юных техников. И это для них является хобби, занятием во внеурочное время.